Организаторам торжеств Торонто, наверное, сложно угнаться за славой балов русских царей. Но 7 ноября здесь пройдет благотворительный гала-бал, который в некотором смысле является продолжением той элегантной традиции. Он пройдет в 60-й раз. И ради юбилея несколько энтузиастов идут на нечто большее, чем просто покупка красивых нарядов. За пару недель до бала преподаватели танцев волнуются. Ученики так и не успели освоить прыжки. А ведь нужно еще придать им легкости. Но они надеются, что во время танцев на балу ученики все-таки смогут так станцевать мазурку, что в пляс пустятся все участники бала. Наталья, скажите, а почему мазурка? Ведь на дворе 21 век, да к тому же мазурка – это народный польский танец. Ну, на дворе хоть и 21 век, но мы стараемся воспроизвести балы прошлого века и максимально приблизиться к тому сценарию, который проходил на балах при дворе. И мазурка, да, это польский танец, был очень популярным при дворе, как и другие, минуэт, французский танец, и вальс. Все они танцевались на балу. Я выросла на сказках о принцессах, отправляющихся на бал. А что нас ждет на вашем балу? Все, что вы читали в сказке о принцессе. Это будут красивые наряды. Помните, как Золушка была на балу? Красивые наряды, прекрасная музыка. И, может быть, вы встретите своего принца там. И тыква тоже будет. Тыквы не будет, но будет икра, будет водка, будет селедка и будет шампанское. Марина никак не могла затащить супруга сначала на бал, а недавно и на занятия мазуркой. Два, три, три, два, три. Поворот. Полный поворот мы делаем. Встаем и вот так вот у нас ноги. И да. Я тоже. И у вас тоже ноги так же, да. Сложно танцевать мазурку? Танцевать мазурку очень сложно. Это оказалось намного сложнее, чем я думала. Но все равно мы будем пробовать, будем репетировать и посмотрим, что будет на балу в итоге. Марина, а как вам такая подготовка к балу? Прекрасная подготовка. Спасибо большое, что нашли возможность обучить нас этому танцу. Когда смотришь фильмы о 19 веке, допустим, там «Война и мир», то всегда видишь, как русская знать танцевала на балах. Поэтому мечта, конечно, была научиться танцевать мазурку. Ну, не знаю, что из этого получится. В прошлом году танцевали полонез. А в этом, помимо мазурки и бала дебютанток, на балу будет крутить диски популярный диджей Вамос. Одним словом, русский благотворительный гала-бал стремится соответствовать новым временам. И один из признаков нашего времени – это относительная демократичность и доступность балов. Для того, чтобы получить приглашение, не нужна никакая фея, а нужно просто купить билет. Стоимость билетов – $125, а для студентов – 75. Средства собираются на программу русско-канадского просветительного общества. До встречи, ведь скоро бал!